Наш корабль отплывает навстречу знаниям. Я не опоздала. Упс, извините. Юная леди, это школа для супергероев. Без проблем. Тики, давай. Этому городу нужна проворная букашка. Добро пожаловать, Леди Баг. Супер! Так бы и сразу. Что? Это и есть супергеройская школа? Лучше посторонись, дедуля. У моего самоката нет тормозов. Помогите! Ауч! Ой, мамочки! Эй, ты, припаркуй мой самокат. Добро пожаловать, Харди. Надеюсь, больше не увидимся. И я. Здесь так мило. Но не хватает пятнистого стиля. Адриан, тебе здесь понравится. Идеально. Лови, неудачница. Мы соседки? Фу, а получше комнаты не было. А ты кто еще такой? Выглядишь слишком сладко. Не трогай моего парня. О, больно. Со мной лучше не связываться. Остается только один выход. На мою половину не заходить. Напугала. А что ты скажешь на это? Берегись! Так-то лучше. Но мы кое-что забыли. Что здесь? Это мое. Произведение искусства. Учебный год будет веселым. О, только бы успеть. Открывайте, мне очень надо. Скорее. Директор, минуту терпения. Суперзлодейский пранк почти готов. Вы будете в восторге. Ах так, еще посмотрим, кто кого. Пустите! Последний раз предупреждаю! Какой вы нетерпеливый, директор. Уже выхожу. Чего вы так разволновались? Наконец-то! Ох, успел. Директор, вы там? Харди? Шш, не мешай. Ты что задумала? Туалет и динамит. Взрывное комбо. И не мечтай. Директор, я спасу вас. Вы в большой опасности. Девочки, что вы... О, ты все испортила. Это фиаско, Леди Баг. Я тебя отомщу. Харди, ты проиграла. Точно. Теория спасения мира. Это так интересно. Не думаю. Вкусняшки и любимый сериал. Вот что интересно. Ты это видела? Ты мне мешаешь, Харди. Обхохочешься. Харди, перестань. А? Что ты сказала, букашка? Хм, берегись, соседка. Чипсы – это вредно. Я слышу тебя от лишних калорий. Вечеринка окончена. Эй, где мои вкусняшки? Это ты? Проще не бывает. Ну, держись, Леди Баг. Для тебя есть подарочек. Пока! Прочь от меня. Лучшее начало дня. Кто это сделал? Никакого динамита в школе. Упс, директор, это не я. Добро пожаловать на урок боевых искусств. Да, обожаю. Ага. Я первая. Не так быстро, Харди. Биты под запретом. Сдать оружие. Конечно. Это нечестно.
Харди? Но у меня больше ничего нет. Не верю. Ладно, так и быть. Теперь довольны? Скоро увидимся, крошка. Леди Баг, вперед! Какая же ты доверчивая! Прощайте, злодеи! Леди Баг, это большая ошибка! Ауч! Поздравляю, у вас двойка! Боевое искусство – это не только сила! Вот вы и попались, директор! Больно! Нельзя же так! А вот и не поймаешь! Ты в порядке, Харди? Моя рука! Харди ударила ручку. Харди была очень храброй. Вы так думаете? Директор, в этой школе только один супергерой. И это я. Упс, вам не больно? Все в порядке. И какую оценку вы мне поставите? 5? Даже не сомневалась. Вау, суперкот. Какие ушки. Может, попьем молока после уроков? О, больно же! Извини, Леди Баг, мое сердце уже занято. Что? Харди? Я так не играю. Привет, любимая школа. Повеселимся? Я с тобой, любимая. Как я выгляжу, Леди Баг? Ты предатель, суперкот. Харди, тебе нужен напарник. Ха, и не мечтай. Я всегда работаю одна. Мяу. Плохой котик. Подумай над своим поведением. Но я люблю тебя. Любовь. Это для неудачников. Нет. Кажется, мы закончили. Счастливо оставаться, пушистик. Я же говорила. Давай помогу. Харди не твоя половинка. Леди Баг. Ты лучше всех. Всего один поцелуй. Не сегодня. Супергерои, сегодня важный тест. О, обожаю. Время пошло. Я все учила. Легко. Первый раз это вижу. Тесты это так скучно. Спасибо, подруга. Ты такая добрая. Даже не думай, Харди. Списывать неприлично. О, какая ты зануда. И без тебя справлюсь. Супергерои, время вышло. Сдаем работы. Так, так, посмотрим. Леди Баг, отлично. Харди, отвратительно. Ага. Это все из-за тебя. Упс, с кем не бывает. Харди Вин, ты неудачница. Лузер. Что ты сказала? Что с тобой, Харди? Да как ты смеешь? Тебе конец! Я раздавлю тебя, букашка. Харди, что на тебя нашло? От меня не убежишь. Харди, только без глупостей. Кто не спрятался, я не виновата. Тебе никто не поможет. Харди, мы же подруги. Очень сомневаюсь. О, нет, опять вы! Упс, мы не хотели. Тебе просто повезло. Знание химических законов не раз спасало супергероев. Повторяйте за мной. Это будет интересно. Ах, я так не думаю. Стоп, есть одна идея. Смотри, учись, букашка. Добавим это. И это тоже пригодится. Что дальше? Придумала. Почти готова. Тебе помочь? Не благодари, я сегодня такая добрая. Что это было? Полюбуйся на себя. Кто это? Упс, я почти на финише. Сделаем коктейль для директора. Осталось только перемешать. Это будет грандиозно. К вечеринке все готово. Директор, это супергеройский шейк. Вам понравится, не сомневайтесь.
Невероятно! Приятного аппетита! Ни за что! Это пятерка! И кто здесь гений? День стирки! Всю неделю этого ждала! Откуда запах? Уже не бывает! Харди, какая ты грязнуля! Это опасно для здоровья! Ну, я тебе помогу! Срочно в стирку! Харди, ты очень вовремя! Даже не уговаривай! Ванная там! О, ладно, твоя взяла! Не надоело быть занудой, Леди Баг? И где здесь порошок? Может, это годится? Я мастер стирки! Не подведи! Долго еще! Упс, кажется, все! О, нет! Все в порядке? Не совсем, а понимаешь, тут такое дело. Это был мой любимый костюм! Теперь этот костюм для маленькой букашки. Ты права, но ты еще не видела этого. Как я выгляжу! Как настоящий супергерой! И тогда Бэтбой и девушка-кошка объединились. Как захватывающе! Что? Где я? Да-да, я внимательно. Харди! Эй, не спать! С меня хватит, директор! Я ухожу из школы! Пока! Ненавижу учиться! Ты далеко, Харди? Супергеройские комиксы – это важная часть науки! Скучно, директор! Поиграем? Химия – это очень увлекательно. Комиксы! Что это? Где я? Это новая жизнь. Готов к приключениям? Еще бы, куколка. Вперед! Ограбление дома Дракулы – это что-то новенькое. Ха-ха! Есть чем поживиться. Не беспокоить. Ха! Вау! Вот это улов! Ого, какой странный тип! Ух ты, моя прелесть! Иди к мамочке! Кто потревожил мой покой? О, не кипятись, парень, пранкер! Сделай что-нибудь! Ха, получай! Ну, это уже слишком! Давай, Харди, вдарь ему хорошенько! Ауч, подожди меня! Вон отсюда! Ну и ну, чудом оторвались. А почему так ноет рука? О нет, только не это. Меня укусил вампир. Пранкер, что-то мне нехорошо. Глазам не верю, Харди. Я как-то странно себя чувствую. Я вампир. Святые детонаторы. И что же мне теперь делать? Ай, как горячо. Солнечный свет, пранкер, зашторь окно. Сейчас, любовь моя. Это было неожиданно. Ого, какие острые. Без паники, крошка. Я знаю, что делать. А ты точно в этом уверен? Да уж, так мы провозимся до утра. Попробуем пассатижи. Не нравится мне это. Ну же. Ауч. Ну как, сработало? О, нет. Я так просто не сдамся. На помощь! Ой! Кажется, я выбил себе зуб. Ха-ха, попался, пранкер! Получай! Вот тебе негодяй! Нет! Пощади! Кия! Помоги! Ого! Долго же я спала! Эй, ты! Мышиная голова! А ну не двигайся! Да вы издеваетесь? Идея! Эй, бэтбой! Харди Вин! Сейчас покажу фокус! Этого не может быть! Вот ты у меня и на мушке! А я не умею превращаться в летучую мышь! Ну и что будем делать? Понятия не имею! Хотя... Я...
Чем дальше, тем страннее. Готово! Теперь ты тоже сможешь летать. Ух ты! Какой же я счастливчик! О, и почему никто не сказал о последствиях? Так тебе и надо, бэтбой! Лучший охотник на вампиров Трум-Сити не дремлет. Объект обнаружен. Продолжаю вести наблюдение. Эй, парень, у тебя проблемы? А как тебе такое? Ты поплатишься за это, клоун. Познакомься с моим арбалетом. Сейчас вы ощутите всю мощь моего оружия. Моя нога! Он что, это серьезно? И вовсе это не смешно. Ловите чеснок. А знаешь, мне жаль этого бедолагу. Эй, вы, не смейте уходить! Пранкер, это просто катастрофа. Ничего не получается. Ну и грим у тебя вот умора. А ну, иди за мной. Вот, смотри! А если использовать высокие технологии? Подумать только! Может, камера барахлит? У меня появилась идея. Вперед! Тигры снова сыграли в ничью. Ты будь здесь, а я сделаю всю грязную работу. Это что еще за фокусы? Упс, простите, мадам. О. Ничего не понимаю. Привидения! Я знал, что они существуют. Вау, чудное колье. А вот и сейф. Иди же скорее ко мне. Я вызываю полицию. Харди, давай помогу. Вот так. Это копы. Нужно срочно уносить ноги. Вы имеете право хранить молчание. Сперва заточу ножи. Ауч! Ну и дела. Кровь, я чую запах обеда. Иди ко мне, мой кровавый пудинг. Ну куда же ты? Постой. Милая, да ты просто с цепи сорвалась. Эй, от меня не уйдешь. Подушка. Отличное оружие. Попался! Ай! А ну прекрати! Прости, дорогая. Мазила! Ой! Ну, держись! А я и забыл, что живу с кровопийцей. О-о-о! Дела плохи. На что не пойдешь ради любви? Харди, у меня для тебя кое-что есть. Где же ты? Ну вот, и вампиры сыты, и пальцы целы. Романтичный вечер для любимой. Харди! Где ты, пранкер? Ауч! Дорогая, иди на мой голос. А я что делаю? Неловко вышло. А, вот ты где, пудинг, я тебя нашла. Целоваться с бэтбоем? Но это уже слишком! Прости, я не нарочно. Устрицы? Ни за что на свете! Странно, ты же их так любишь. Я знаю, что ты точно не откажешься от моего фирменного коктейля. Ну ладно. Какая гадость, фу! Да что с ней не так? Кому тут пиццу? Вот это я понимаю. Ужин подан, любовь моя. О-о, полегче. Приятного аппетита, Харди. И мне тоже. Харди, смотри, кого я нашел в саду. Путти-путти, как насчет лакомства? Я знаю, тебе понравится. Какой ужас. Кто это? Это наш новый питомец. Здесь повсюду воняет псиной. Да брось ты, злюка. Ну, вы тут пока пообщаетесь. Ты мне не нравишься. И не смотри на меня таким жалобным взглядом. О, нет, полнолуние. Так, я и знала, ты оборотень. Прекрати, мне страшно. Тебе крышка. Вампиры и оборотни – извечные враги.
Кажется, оторвался. Спаси меня, хозяин! Ты кто такой? Малыш Бобо? Что ты с ним сделала? Как нельзя себя вести с милыми пушистиками? Какой странный запах. Я случайно... Любовь моя, бон аппетит! Время не щадит даже супергероев. Хе-хей! С днем рождения, пранкер! Загадывай желание. Сила уже не те. Попытка номер два. Ну уже, пранкер, я в тебя верю. Меня достали эти свечи. Ну и ну, пранкер. О, милый. Понятия не имею, как так вышло. Мне больно смотреть, как ты увядаешь. Эй, а что если? Отныне и навсегда. Да, сработало. Ты снова молод и полон сил. Готов покорить этот мир? Одну минутку. Что? Кажется, кто-то не может забыть старые привычки. Ты это серьезно? Живо за мной. Вот и чудно. Вперед! Какой огромный бриллиант. Извините, мисс. Руками не трогать. Всем стоять. Это ограбление. Да-да, это любовь. Первого взгляда. Вкладывай сюда все украшения. Какой красавчик. Мы просто созданы друг для друга. Иди же скорее ко мне, любимая. Эй, ты, уйди с дороги. Не вздумайте со мной шутки шутить. Мешок? Отлично. Довольно, дамы. Я вас покидаю. Дома пранкера ждал сюрприз. О, какие же тяжелые эти мешки. А? Это что еще за шутки? Ну, держись у меня, кто бы ты ни был. Ку-ку, это я. А, ужас! А-а-а! Куда же ты, любимый? Фух, чудом оторвался. Вот так будет надежнее. Эй, открывай! Я так не играю. Минутку. Я же в логове своего краша. Творческий беспорядок выдает ранимую натуру. Мне срочно нужен такой постер. А что если... Да! Я видела ее где-то здесь. Бинго! Сейчас все расчешем и... Воу! Упс! А это что еще за странный сундук? Карди Бьюти Бокс? Простушка Кэрри твердо решила, она должна стать такой же красоткой, как Харди Вин. Для начала нужно убрать эти огромные прыщи. Вот так, еще немного. О-оу, неужели это все я? Гадость. Ладно, двигаемся дальше. Неплохо. Ауч, какой болючий прыщ. Быть может, в бьюти-боксе найдется нужное средство? Вакуумный очиститель пор? За дело! Ого, сработало! Вау! Насмешки одноклассников достают Кэрри даже вдали от школьных стен. Да, в чем-то они правы. Пранкера так много орудий, но какое из них подойдет для бритья? Пусть будет топор! Ей! Пенка – лучший помощник. Прощайте, ненавистные усики. Сейчас или никогда. О, да, наконец-то. А, усы стали гуще? Прошу, сундучок, не подведи. О, мои глаза. Это было неожиданно. Ну, надо же. Ой, а, это так мило. Я так люблю тебя, о, пранкер. Что-то я устала. А, да уж, приятного мало. Кажется, кто-то слегка запустил свои ножки. Думаю, пранкеру это не понравится. Эх, кусачки здесь бессильны. Нужно что-то покруче и поэффективнее. Я справлюсь. Друзья, кавабанга! Посмотрим. Да уж, все еще не идеально. Теплая ванночка для ног, то, что нужно. И добавим немного масла. А может и много... Какое странное чувство. Ай!
Больно! Упс, кажется, это было не масло. И что же мне теперь делать? Надеюсь, этот крем поможет. О, да, даже лучше, чем я думала. Но пяточки оставляют желать лучшего. Бьюти-бокс, вся надежда на тебя. Уверена, мы с тобой подружимся. Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла. Красный лак. Идеальное решение. Хардивин обожает этот оттенок. Опля, проще простого. О, ну и запах. Ну надо же было так испачкаться. Франкер никогда не полюбит такую грязнулю. Да, до голливудской улыбки, как до Марса. Я должна это исправить. Ну, должно же тут быть хоть что-то подходящее. Мама мия! Это же секретная ванная пранкера! А вот и его зубная щетка. Забудем об этом. Ух ты! Ополаскиватель для рта улыбка пранкера. Весьма неплохо. Что? Платиновые грилзы? Не мой стиль. Совсем забыла. У меня же есть бьюти-бокс. Ирригатор, как же ты вовремя. Ага. Приступим к очищению. Класс! Нет времени объяснять. Нужно действовать. Эй, а где мои очки? Ничего не вижу. Кто-нибудь, помогите. Вау, я прозрела. Кто бы ты ни был, спасибо. Эй, Кэрри, а что ты будешь делать с этим? Что? Я вообще-то к тебе обращаюсь. Ага. Хардивин в жизни бы не носила такие уродливые брови. Брови? Да, ты права. Давненько я их не выщипывала. Сейчас дай мне пару минут. Готово! Можно приступать к процедуре. Супер! Вкусняшка! Полежи пока тут, мой сладенький. Классный трафарет. И почему я не делала этого раньше? О, да, он точно в меня втюрится. Осталось самое сложное – стать копией Харди. С чего бы начать? Конечно же, с грима. Бьюти-блендер лучше смочить. Тьфу! Да я настоящий профи. Фарфоровая кожа, визитная карточка Харди Вин. Шикарно! Добиться идеального тона не так-то просто. Но Кэрри это удалось. Шаг второй. Красно-синие тени. Набираем пигмент плотной кистью и хорошенько растушевываем. Вот так. Чего-то не хватает. Ну, конечно, сердечко. Ну, давай же. О, придется пойти на этот шаг. Франкер, я делаю это ради тебя. Ауч! И почему это так больно? Растекшийся макияж. Так вот, как Харди это делает. О, мой любимый. А как же символ моей любви? Красная помада. Вот решение. Тебе не укрыться от моих поцелуев. Ну вот, другое дело. Пудинг! Оу! Ну как, я уже похожа на Харди Вин? Упс, совсем забыла про волосы. Идея, эти красители подойдут идеально. Вот только бы выбрать правильную пропорцию. Так, это лишнее. И хорошенько перемешать. Прощай, скучная Кэрри. Прощай, старая жизнь. Пока-пока. И да здравствует Харди Вин. Оу. Что это я? Цветные хвостики? Неотъемлемая часть образа Харди. Привет, пранкер! Нет. Вау, какие пушки! Снова не то. Ух ты! И как же я раньше этого не заметила? Иди ко мне, моя прелесть! На изи! Еще разок! Ауч! А это больно! Что это? Еще один таинственный сундук? А? Балдеть! Устрою пранкеру сюрприз. Мечты сбываются. От ботанши Кэрри не осталось и следа. Ой-ой!
Надо бы поучиться ходить на каблуках. Ой, кто-то идет. Привет, милый. Я только что ограбила банк. Нет, нет, не входи туда. Да брось. И чего ты там испугался? Там она. Сейчас я разберусь. Ку-ку, ребятки. Этого просто не может быть. Как видишь, может. Так значит, у меня теперь две Харди Вин? Нет.